морковки в голове. Тифида все еще в очереди стоит. Да как же так? Кошмар! Сломался фен, взорвался, прямо пока мы ее сушили. Привет-привет! Ты на канале Малышарин ТВ. Сегодня мы с тобой поиграем в игру про Кики и Фифи. Ой, смотри, а у них еще какая-то подружка появилась. Давай скорее посмотрим. Ух ты, так они приехали куда-то отдыхать, наверное, и хотят заселиться в отель. Давай скорее звоним, звоночек. А вот и наша. О, надо заполнить карту клиента. Давай поможем нашей кошечке. Давай, я возьму твою ручку и напишу за тебя. Ки-ки и лапочка. Отлично. Ну что, ей дали ключик, и у нее номер 188. Пойдем искать лифт. О, как ловко она и быстро нашла лифт и поднялась. Так, где же тут наш номер? А, вот он, в серединке. Давай, заходи скорее. Смотрите, какой он красивый. Эй, что за дела? Что здесь за лужа? Что ты там лужу устроила? А, ты вымыться решила? Посмотрите, какая красивая наша кошечка. Кстати, а ты помнишь игру про Кики и Фифи? О, кошмар! Сломался фен, взорвался, прямо пока мы ее сушили. Срочно нужно кому-нибудь позвонить. Кому интересно она звонит? Сейчас узнаем. А, она звонит администратору. Сейчас они все уладят. А вот и наш администратор. Смотрите, какая смешная прическа у нее, морковки в голове. И она подарила новый фен. Вот это отличный подарок. Хороший здесь сервис. Да, ой, смотрите, какая наша кошечка довольная. Давай ее причешем. Еще немножко. И хвостик не забыть. Замечательно. Ух ты, тут еще и макияж можно сделать. Вот это я люблю. А ты любишь делать макияж в игре? Я уверена, что ты тоже любишь. Смотри, какой яркий и красивый. Просто прелесть. Этот, конечно, тоже ей подходит, но радужный мне нравится больше всего. О, голубенький тоже красивый. Какой же выбрать? Какой макияж ей выбрать? Хм, черный смешной. Давай я выберу цветной. А если ты хочешь, чтобы я выбрала другой макияж, пиши в комментарии. О, отлично. Смотри, какие выразительные глазки у нее получились. А теперь стрелочки нарисуем. Какая же она у нас красотка. Ей прям все идет. Даже не знаю, что же лучше. Нет, яркий, я думаю, нам не надо. А давай черный попробуем сделать. Да, отличный выбор. Второй глазик. Красота-то какая! Ты только посмотри, какие у нее выразительные глаза. И что? Еще и реснички. Розовые реснички? Это очень круто. А здесь какие? Здесь черный. Не, черный мне меньше нравится. А давай сделаем вот такие вот блестящие цветные. Ну прикольно же получилось. Интересно, куда она собралась такая нарядная? А может быть тут и платье можно выбрать? Смотри, тут можно выбрать ей наряд. Ой, да тут и друзья можно наряды выбрать. А давай подберем вот малышки маленькой. Интересно, как ее зовут? Смотри, какая смешная малышка. Давай подберем ей какой-нибудь красивый наряд. Она девочка. Посмотри, какие интересные наряды у нее есть. Лапки не хочет двигать, а так интересно посмотреть, как она играет. А может быть вот этот наряд? Ну давай вот этот, фиолетовый. А, тут еще и хвостик можно сделать. Как же смешно получается. Да, очень забавная малышка. А давай вот такую веселую шапочку. Еще и ожерелье для малышки. Давай уж цветочки. Вот, сердечко. Отлично подходит. И на хвостик можно что-нибудь выбрать. Посмотрим, что тут есть. Мне кажется, конечно, перебор, но ладно. Раз предлагают, давай сделаем. Это что, татушечка? И она не сдвигается никуда? Я даже не знаю, нужна ли нам татушечка. Ну ладно, раз предлагают, пусть будет.
Отлично! Смотрите, ее мамочке понравилось. Так, а тут что такое? Ух ты, да тут еще и что-то готовить можно! Вот это очень здорово! Смотрите, наша кошечка села ужинать. Что же ей выбрать? Что ты хочешь? А давай выберем пиццу. Отличный выбор! Ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно! Смотри, как довольна наша кошечка. Говорит, мур-мур-мур, спасибо вам. Да, смотри, как радуется, даже бриллианты нам дает. А давай... А это что такое? А, это она еще решила покушать? Ну ладно, давай еще вон пончик съедим. Смотри, какой он вкусный. Я бы сейчас тоже пончик съела. А ты любишь пончики? Если любишь, пиши, какие твои самые любимые. Да, вкусняшка. Ну вот, я проголодалась. Пойдем-ка лучше посмотрим, где там наша Фифи. Кошечку мы уже достаточно поиграли. И покормили, и искупали. Так, так, так. Фифи, да все еще в очереди стоит. Да как же так? Давай скорее. Вызывай администратора. Отлично, вот и он. Вот твоя карта клиента. Давай я тебе помогу ее заполнить. Давай ручку. Фи-фи и лапка. Отлично. Ты заметила, какая смешная у нее улыбка? Так, а у нее номер 187. Как много номеров в этом отеле. Ну-ка. И тоже, по-моему, на третьем этаже. Или непонятно на каком. А вот и ее дверка. Рядом с подружкой. Конечно, они ведь дружат. Так, а тут что можно делать? Сейчас... Ого, смотри, какой холодильничек тут есть. Жалко, не дают в него поиграть. Так, можно выбрать наряд. Отлично, наряды мы любим. Посмотрим, что бы нам такого... Что-то как-то мало нарядов. Ну ладно, может быть, вот это подойдет? Ну пусть вот такая летняя будет. Наверняка она приехала на море отдыхать. Я бы тоже не отказалась сейчас поплескаться в теплой водичке. Так, что же здесь? О, смотри, какая корона и целых 5 единорогов каких-то. И ботиночки есть. Давай розовые подберем. Это не будем? Все, я думаю, достаточно. А то опять будет перебор. Ну что, Фифи, ты довольна? Да, говорит, довольная. Так, 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 а это что такое? Здесь можно... Разложить все вещи по своим местам. Точно, она приехала на море, смотрите, маску взяла. А это что за ушки смешные у нее? Юбочка, кофточка, все наряды-то какие красивые. Ну все, все на своих местах. И она нам дает бриллиантик, спасибо тебе. Ой, а это что за мешок? Ух ты, сколько ты обуви взяла! И все ведь подряд набрала. И тапочки, и туфельки. Давай разложим по своим местам. Смотри, как быстро мы справились. И снова бриллиантик, круто! Это что такое? Нам какую-то медаль дают, что ли? Вот это здорово! Я впервые получаю медаль. Ну что еще посмотрим? Еще там что-то можно было сделать с чемоданчиками. Вон, кисточка нарисована. Так, давай посмотрим. По-моему, тут можно украшать чемоданчик. Смотри, какой красивый розовый он получается. Давай посмотрим до конца. Мне так интересно, какой он будет. Да, очень красивый. И ручки-то какие полосатые, здорово. А это что? А это какой-то темный. Ну, красиво, конечно, но я такой не хочу. Зато ручки, смотри, какие веселые. А это... О, вот этот радужный мне прямо очень нравится. Но мы еще не посмотрели черный. Только ручки у него какие-то не очень. И голубой. А давай, знаешь, что сделаем? Оставим ручки от голубого, а сам чемодан сделаем. Нет, черный я тоже не хочу. А сам чемодан сделаем радужный.
Очень красивый. Прям как у нее наряд. Или мы не радужный наряд выбрали? Какой наряд мы выбрали? Что-то я запуталась. Ну что, мне кажется, отлично. Нет, ручки какие-то кривенькие. Ну вот, теперь точно отличная сумочка получилась. А если... Нет, тоже не получается так. Так, отличненько. Посмотрим, что же здесь дальше. О, овечку можно сделать. Здорово! А может быть, бриллиантик? Нет, какой-то он не очень красивый. А что здесь еще есть? А это что такое? Да, всякая красота. Мне кажется, с овечкой самая красивая. Она же еще девочка. Посмотри, как она довольна. У нее даже сердечки какие-то летят. Ну что, куда бы нам еще сходить? Так. Ну давай еще и последнюю подружку заселим в отель. Посмотрим, как ее зовут. Даже интересно. Держи карту. Давай помогу тебе заполнить. Ее зовут Сара и Лили. Наверное, малышка Лили, а девочку зовут Сара. Вот это здорово! У нас новые друзья. И у них тоже рядышком комнатка. Отлично, давай заселяться. Ой, смотри, малышка никак не успокоится. Что же делать? Давай вызовем администратора. Может быть, он бутылочку принесет или еще чем поможет. Администратор, срочно приходите, мне нужна помощь. Вот администратор с морковками на голове. Посмотрим, что же она нам принесла. О, она принесла средство для купания. Пойдем скорее искупаем нашу малышку. Ой, смотри, какая она милая. Маленькая. А это что такое? Ха, глазки закрыла. Умничка. Знает уже, как нужно купаться, чтобы пенка в глазки не попала. Ой, какие смешные пузырики. Они смеются и улыбаются. Смотрите, держит свою уточку, чтобы она никуда не уплыла. Да, вот это ты славная у нас малышечка. Как ее зовут? Лили, точно. Ой, ей холодно, она вся промокла. Давай полотенчика, быстренько вытирай ее. Отлично, даже хвостик достала. А теперь мы тебя причешем. Посмотрите, какая милая у нас маленькая малышка. А это что, духи для крошечки? Что? Краска для волос? Зачем ей красить волосы? Она же еще совсем маленькая. Ну я этого вообще не понимаю. Зачем это нужно было делать? А это что? А, резиночка. Отлично. Смотрите, как рада наша малышка. И соберем бриллиантики. Ну что ж, ребята, я думаю, на сегодня хватит. Ставьте лайки и пишите комментарии. А в следующий раз мы продолжим с вами играть в малышей Фифи и Кики. И кто там еще? И Сару. Да, их так много. А смотрите, они пока пошли перекусить все. Ну ладно, ребята, всем пока-пока.